Так, вот и осень наступила, друзья. Золотые листья падают и создают прекрасную, прекрасную картину на заднем плане. Ну а я выбрался на площадку для того, чтобы снять очередное видео в рубрике «Уличная тренировка» и показать, что можно делать на площадке. Это сейчас все площадки примерно одинаковые всегда, да, вот смотрите, там брусья, рукоходы, турники, каскад. Раньше было интереснее. Раньше ты приезжаешь на новую площадку, там какие-то новые вещи, новые элементы, и ты по-новому думаешь, как их использовать. Ты не приходишь с заранее подготовленной программой, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Не было тогда карты на сайте Workout SU с всеми площадками и с их фотографиями. И было интересно, была импровизация. Сейчас это немножко потерялось, поэтому будем восстанавливать. Надеюсь, своим примером показать вам, как использовать воображение. И сегодня познакомлю вас с такой интересной техникой выполнения отжимания от пола, которая называется каскад. Итак, почему называется схема каскад турников? Потому что на площадке современной одна из стандартных штук – это, видите, каскад турников. То есть турник папа, турник мама и маленький турничок. Сначала вы делаете 10 отжиманий от пола, потом 10 отжиманий от низкой перекладины, 10 отжиманий от средней перекладины, 10 отжиманий от высокой перекладины и еще раз 10 отжиманий от пола. Все это делается в максимально быстром темпе. Особенно это важно по мере повышения, то есть чем выше турник, тем быстрее вы должны делать. Очень многим может показаться, что отжимания от высокой перекладины это вообще ни о чем, просто не делай так, расслаблен, чуть поотжимался. Нет, это нужно делать по-другому. Нужно делать так, как будто вы стремитесь вырвать этот турник к чертям. И тогда это будет результат. Особенно, когда вы после верхнего турника перейдете снова на пол, вы почувствуете разницу. Она огромна. После того, как ты вот во взрывном темпе порвал турник верхний, потом ты переходишь на пол, начинаешь отжиматься, а это очень тяжело. И это очень круто. Начинать можно с 5 отжиманий на каждом из уровней. В сумме будет, соответственно, 25 отжиманий. И ваша цель дойти до 20 отжиманий на каждом уровне. То есть в идеале в каскаде надо делать 100 отжиманий. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off beating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I won't... Вот такая вот схема. Сложная? Да не особо. Интересная? Да, определенное разнообразие она в тренировочный процесс явно внесет. И что в ней интересно, это изменение уровня нагрузки. То есть у вас есть уровень нагрузки, вот, допустим, он, например, здесь, затем он падает. Да, совсем где-то ниже плинтуса находится, когда вы отжимаетесь от верхней перекладины. Потом бац, резко возрастает, когда вы снова отжимаетесь от пола. В общем, схема интересная, схема использует эту конструкцию по полной. Опять же, я уже сказал, как нужно делать для того, чтобы получать максимальные результаты от высоких отжиманий. И старайтесь все равно, чтобы был определенный угол. То есть не так, чтобы вы прям вот напрямую тянули, а вот чтобы все-таки немножко сверху. К тому же, при таком виде отжиманий больше в работу включаются плечи, что тоже будет полезно. Если считаете, что это не так сложно, попробуйте сделать 5 таких каскадов по 20 повторений на каждом уровне. И потом напишите в комментарии свои впечатления. Уверен, что эта схема вас приятно удивит. На этом сегодняшний ролик можно было бы и закончить, если бы небольшое количество комментариев к прошлому видео уличной тренировки, в котором говорят, что я стал похож на Войтенко. Если это касается голоса, то извините, да, буду следить за собой и так больше не делать. Если это касается тех идей, которые я озвучил в начале видео, то это не мысли Войтенко. Он их сам прочитал в книгах, и, в принципе, все те мысли, которые вы говорите, я говорю, он говорит, они все давно уже написаны. Но это правильные мысли. И поэтому, если я их озвучиваю в своем ролике, то это потому, что я хочу с вами поделиться этими мыслями. Хочу, чтобы они до вас дошли таким образом. Когда ты приходишь на площадку вместе с кем-то, вы же не просто выполняете подтягивания и отжимания, вы еще общаетесь, обмениваетесь опытом, что-то обсуждаете.
И видеоблог — это тот формат, в котором я могу общаться с вами дистанционно, с помощью интернета, и как будто мы вместе оказались на одной площадке, и не просто тренируемся, но и общаемся. И в конечном итоге я надеюсь, что это поможет нам стать лучше вместе. В этом смысл воркаута как субкультура, что мы все становились лучше. Вот, поэтому не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Будут и тренировочные видосы отдельно, будут и отдельно видео с различными идеями, потому что у меня есть пара очень интересных мыслей, которыми я очень хочу поделиться. Вот, на этом все на сегодня. Если видео понравилось или если ты решил его попробовать, обязательно пиши в комментариях свои впечатления об этой схеме. И будем придумывать дальше какие-нибудь еще интересные штуки, чтобы разнообразить свои тренировки.